что? Все собрались? Все! Ну, Соломон, играй. Всем приготовиться к посадке. Улетает. Улетел. Товарищи нищие, немедленно покиньте территорию свалки. Свалка будет подвергнута планировке. Через 15 минут бульдозеры приступят к работе. Какие же это бульдозеры? Это танки! Это раньше они были танки, а теперь это бульдозеры. Как вам известно, армия разоружается, и танки переданы для нужд города. Это Т-55. Товарищи, что здесь происходит? Я из Совета ветеранов. Вы же обещали, что все будет по-хорошему. Женщина. Почему же здесь войска? Почему танки? Товарищ ветеран, покиньте территорию свалки. Нет, вы же Винько, обещали, проводи. Все будет по-хорошему. Мы начинаем операцию. А чей это москвич? А чей это москвич? Мой. Товарищ полковник, уезжайте отсюда немедленно. Уезжайте. Сеня, уезжай. Я хочу сказать речь. Помогите мне кто-нибудь на машину залезть, а то у меня левая рука. Помогите полковнику. Товарищи солдаты, посмотрите на них. Это же ваши братья и сестры. Они беззащитные. А поднимать оружие на беззащитных, это... грех! Это нельзя! Нехорошо! Солдаты, опомнитесь! Не роняйте вы воинской чести! Народ и армия едины! Заткнись же, ты тетрёна, мать! Уберите этого крикуна! Стой! Куда прёшь?
женщине. Молодцы, перестройщики. Выполняете план по милосердию, любовь по разнарядке. А сколько же людей вы ставили в тюрьмах? Сколько людей вы лишили ума в психушках? А теперь делаете вид, что стали хорошими? Перестроились? Ни хрена! Что вы делаете, товарищи? Что вы делаете? Умоляю! Пожалейте скрипку! Умоляю, что вы делаете? Негодяи! Я знал, что ты придешь. Отпустите, паразиты! Автогад ты эдакой! Тебе все! Вам же добра желает. Стойте! Подождите! А я докажу! Икайте на руку! Останови паровоз! Что вы делаете, больно? У меня же нет авиации, а без авиации. А меня это не касается! Свяжись с противовоздушной обороной и передай. В воздухе летит... Паровоз! Паровоз! Наш паровоз вперед летит! Кому не остановка, иного нет у нас пути. В руках у нас винтовка. Ла-ла-ла-ла-ла-ла.
родная. Много в ней лесов, полей и рек. Я другой, такой страны не знаю. Не знаю другой страны. Нигде не была, никогда. Летим в небеса обетованные. Железной дороги, где мчится скорый поезд, Воркута, Ленинград, мы бежали с тобой от проклятой погони, чтобы нас не настигнуть пистолета разряд. Господи, не ухнуть, не вздохнуть. Дни летят в метельной круговерти. Жизнь тропинка от рождения к смерти. Смутный, скрытный, одинокий путь. Господи,